Вечером 12 января завершено освобождение города Солидар, которое имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Солидаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном в юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в котел оставшиеся в нем подразделения вооруженных сил Украины. Взятие Солидара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника, штурмовой и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск. Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям вооруженных сил Украины в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны. Поражены два склада боеприпасов вооруженных сил Украины в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах. В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены